Приветствую на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Hitman Absolution. Давайте продолжить. Что нас ждет? Костюмчик. Без детишек здесь так пусто. Жаль, что я не смогла отправиться с ними. Роузвуд. О, это ты. Я рада, что ты пришел. Виктория больна. Только что она была в порядке, и вдруг она еле дышит, а врачи не могут понять, что с ней такое. Ее ожерелье. Ожерелье? Ну, оно на ее комоде, застежка сломалась, но я починила. О ней кто-нибудь спрашивал? Нет. Я должен спрятать Викторию. Какое самое безопасное место в здании? В подвале. Спускайтесь быстро. Я приду туда с Викторией. Да, да, конечно. О, Господи, благослови. Давай. Пойдем. Спасибо. Ты вернулся, как обещал. Мне было так страшно. Давай. Самая такая муторная часть. Это что, выстрелы? Не бойся. Я обещал Диане охранять тебя. Я знаю, что тебе довелось пережить. Больше никто не причинит тебе зла. Блин, а сам я пристрелил ее, Диану. Ничего страшного. Это только работа. Это... Что это за шум? Веди себя тихо. Дело не в том, что это монашки. Просто... Помнишь тот прикол с изолентой? Такой вот он, Вейд. Парень любит жесть. Тащится. Наверное, поэтому его не... А я прошел. Давай, полежи пока. А я побегаю потом по больнице. Господи, они еще с оружием. О, ничего святого у них нет. Я пойду включу свет. Сестра Мэри уже ждет в подвале. Встретимся там, все вместе. Давай. Совсем краев не видим. Что мы творим? Заканчиваем начатое. Пошли. Надо найти девку. Они там совсем жестят. Если мы ее не найдем, Вейд нам жопу разорвет. Иди узнай, что у них там. Так. Да, мы тут все разносим. Пока нет. Не волнуйся, я найду ее. Хорошо. Давай, давай, давай. Нормально.
Так. Тебя как-то освободить? Ну? Взял предохранитель, все нормально. Вниз, да, надо поставить его куда-то. Подожди, а тут сохранялки нигде нету? Ты умер? Давай. Ладно. Раз здесь нигде нельзя сохраниться, пойдем вниз. Во, а я тебя искал. Не понимаю, что мне здесь сделать надо. Так, девочки, взял предохранитель, еще один. Ладно. Не получилось, как я хотел. Давай.
Давай, давай, подходим. А ведь здоровый мужик, прикинь. По мне так мочи таких надо мне. Да уж, ты его здорово уделал. А то как иначе? Так. Эй, вы ее уже нашли? Ага, не хватает. Ладно. Не оприходовал еще какой-нибудь подсох? В каком плане на? Давай, кто еще? Держи себя в руках. Кто-то должен. Так. Так. Это еще что? Блин, ну куда? О, нет. Только нет. Что угодно, нет. Ну, зашибись. Просто зашибись. Вон так, блин, погляди. Вот и все. Это вот вам за монашек, за этих. Давай. Ты
Все, все вставил. Блин, мне хорошо. Дыхание задержалось. Сестра, сестра Мария. Кто? Ты давай живи только. Эй, да что с тобой такое? Мне нравится, когда ты радуешься. Ну же, дерись, девчонка, дерись. Эй, вы! Я тут не для мебели вообще-то. Папенькин сынок. О, блин, ты этой крошечной шнягой весь день тут уже размахиваешь. Заткнись, Вейк! О, ты решил, что ты крутой, Ленни? М? Крутой, прекрати! Да? Прекрати! Ну как же, чувак, ты крутой? Давай, давай, крутой парень. Нет, давай, чувак! Блин, ладно, я тебе покажу. Заткнись, сука! Или сейчас грохну тебя нафиг! Эй, шухер все! Хромой хрен Ленни разбушевался! Прочь с дороги! Знаешь что, вы? Просто... Блин! Боже мой! Убил! У меня кровь в руках! Все это видели? Шлюшка лопнула, как чертов арбуз! Господи, радоваться смерти! В общем, слушай сюда. Невинного. Сейчас взрослые здесь все приведут в порядок. М-м. А ты смотри. Молодец, Ленни. Молодец. Ленни, тебе конец. Ну, нашли мы девку. Теперь что? Пойдем. Ждем на месте, пока Уэйд не даст команду. И не ширяться. Нет. Это плохо. Что это было? Иди, посмотри. Да, схожу. Слышь, что за... О, ты боишься? Эй, есть... Вот тебе и на. Что-то я не понял. Вот так. Маскировка. Пойдем сюда. А? Не, я вас, говнюков, сейчас всех протащу нахрен. Никакой жалости. Какие обходы? Вы думали, я оттуда пойду? Ага, сейчас. Так, что у нас здесь? Заждался, значит, скоро буду. Давай. А вы-то где? Ага, сейчас. Подожди. Вот так. Входим. Какой умный сучок! Выкурить его! Ну-ка, давай-ка. Привет! Чего вам
Подобраться ко мне хочешь? Облом, это мало кому удавалось. Легендарный киллер. Нет. Я выжил уже не первый год. И всякий снова. Нормально, те куда-то сами делись. Хватит рыпаться, мелкая сучка! Йоу, Бэй! Кто теперь хромой хрен, а, псор? Давай, посмейся надо мной, я тебя научил кое-чему, чтоб ты сдох, медленный скорчик, гребаный ублюдок! А ты, лысый, не двигайся, блин, а то я башку тебе прострелю нахрен, вот так вот! Вот что бывает, Бэй, когда лени трахают мозг! Никогда не трахай мозги, лени! Мне кажется, ты идиот. Хоуп, Южная Дакота. Далеко тебя занесло. Перец. Лен, у меня стояк. Почему у меня стояк? Подыхаешь. Крови и так нету. Последние уходим, блин. Далее. Обнаружение убит мирный житель 0. Лишнее убийство 18. Ну, бывает. Так, залы приюта, контрольная, так. Нормально, продолжить. Ой, а мне многого здесь и не надо было. Пожарный топор, нет. Предохранитель, так, продолжить. Предохранитель в любом случае был бы у меня. Позже по сюжету. Тачка как раз для меня. Поехали! На такой тачке, да, сейчас бы по городу проехаться бы, было бы супер. Кто-то скажет, фу, лучше Феррари, ни хрена. У всех есть свои табу, даже у тебя 47-й. Я стрелял, но я что-то думаю, что я не убил ее. Не помню, честно сказать, не помню. В моем халате. В моем халате. Что там в твоем халате вот? Семенина. Да, да, ты просто прелесть. Итак, знаменитый Эш. Птаха, я надеюсь, ты не зря меня сюда притащил. Я хочу предложить свои услуги. Это твое похищение. Я боюсь, ты даже не представляешь себе, с чем ты столкнулся. Надо же, Птаха, как трогательно. Дай-ка я на тебя взгляну. Внушает ли это лицо мне доверие? Дом мертв. Привет от Лысого. А значит, тебе нужен внутренний источник. И кто справится с этим лучше меня? Я прав? Нет, Птаха, ты не прав. Видишь ли, девчонка у меня, а значит, ты на самом деле мне не нужен. Постой, 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 не торопись. Послушай, серьезно? Смотри, ты не понимаешь. Ты же хочешь загнать ее подороже, а значит, тебе нужен я, чтобы все устроить. Это по моей части. Ты думаешь, я не способен даже отследить твои звонки? Вали его, козла, предателя. Птаха, а кто... Как там, черт побери, ее звали? Джейд. Кто это Джейд?
Да пошел ты! Ответ неправильный. Боже, как я люблю эту страну. Здесь можно добиться чего угодно. Были бы мозги и, так сказать, кахонс. Ладно, ладно, ладно. Эта сучка из агентства. Агентство? Ты хочешь сказать, что Виктория связана с агентством? Конечно. Пусти его. Это опасные люди. Берите им дорогу, и они найдут тебя. Но если ты сделаешь меня посредником, ты не понимаешь, если они подрядили на это гребаного агента 47-го, она, наверное, стоит миллионы. Миллионы. Я рискнул. Ладно, считай, что ты отмазался, Птаха. Ты мне очень помог. Но если я еще раз увижу твою крысиную рожу, я тебя закопаю рядом с отцами-основателями, обещаю. И не сомневайся. То есть еще и притащишь меня туда? Отлично. Думаешь, ты можешь выкинуть меня из дела? Но ты у меня дождешься. У меня для тебя сюрприз. Да. Да. Ой, сюрприз. У меня для всех вас сюрприз. Даже здесь черепушка. Настолько он к смерти привязан. Господи, глаз. Тоже мне машина джиперса скриперса нахуй. Нет. Слишком банально. Кто-то может сказать, круто, но нет. По мне, розочка, которая раньше была в зелках, и то красивее. Прибыл. Ленни. Добро пожаловать в Хоул. В Хоуп. Партия 2. Ковбои. Нельзя. Ага. Эй, мистер мускулистый за. Привет, как Почему дела? Почему тебе не убраться отсюда? У меня все хорошо, спасибо. Понятненько. А эй, друг, где помощь? Нет. И что же это за снаряжение? Ну-ка давай, маскировка. А тут как, тело спрятать можно? Ага. Подожди-ка. Да, можно кого-нибудь найти. Слушай, меня сейчас свидание не интересует, но позвони. Так, пройти я прошел. Нет, не хочу. Не уходите, сэр. А да вот теперь я обидел. Ладно, да признавайтесь. Кого меня принимать? Давай, Сергей, я хочу. Ой-ой-ой.
Чего ищешь, придурок? Неприятности? Драка! Ах ты, сукин ты сын! Байкер недоношенный! Ты кого назвал недоноском? Пошло-поехало. Сюда пролезем. Улика. Так, что у меня тут есть? Так получилось, ладно. Сменить бутылку на бейсбольную биту. Вали давай. Ой, блин. Сложновато. Значит, все-таки будет драка. Этого не избежать. Какого хрена? Пойдем.
Так. А как мне красться-то тогда? Если вы везде все так. Так. Давай, 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 давай. Вот это по-любому вот сюда. Не переодеваемся, понятненько. По крайней мере, в мента. Все смотрят. Ладно. Какой-нибудь бывает, социальный сеть. А кто на выпускном мне слабительное подлил? Я прям чуванный насрал. Да, да, я это сделал. И там точно так же. Мы же пацанами были. Подумаешь, обосрался. Я про это уже забыл. Я все равно тебе не подходил. Блин. Ну, ты, наверное, прав. А, вам тут делать нечего, мистер. Красавки, уходите. Кто из вас поссал в мою пьянку? Ты знаешь, что будет, если ты оттуда не вылезешь? Эй, ублюдок! На два слова! Вали отсюда! Давай, ну отсюда, все, чувак! Не говори, что не при... Эй, ты! Лысый! Блестящая макушка! Убирайся от этой чертовой двери! Иначе с небольшой вины! Эй, послушай меня, мать! Эй, как ты сюда проник? Тебе сюда нельзя! Ну-ка, руки вверх! Да, блин! Кошмарно! Кошмарно, я забыл, как проходить здесь. Эй, ты куда-то опаздываешь? Эй, друг, на свиданку? Тебе помощь нужна? С мамочкиной юбкой? Мне помощник. Он поехал сделать со снаряжением. Какого хрена? Так. Кто это там лежит?
Ужасно, ужасно. Я не понял, что это за глюк. Что ты здесь забыл? А ты хватит ссать. Блин. Надо в кого-то, я понимаю, переодеться, либо как-то... Нет. Эй, а чего это он тут разбегался? Идем, идем, идем дальше. Честно заслужил ее. Ну пусти меня. Будет, если докажу, что это самооборона. А я докажу. Да. Как дела? Отлично. Эй! Парень! Ближе, ближе! Новая маскировка, ладно, попробуем. Мне почему-то кажется, что кто-то должен сюда прийти. Понял, отлично. Да, скажи Мерсену, чтоб взял шокеры.
Звездочевый газ, баллончики, все, лишь бы побольнее. Вот так. Тут все только начинается. Эй, ты встречался с моей сестрой? Опа, что-то у тебя с рожей случилось. Стрельба. Поговорить. Давай. Чувак, я тут работаю. Не убивай, я просто тут работаю. Парикмахерская, ежедневно, ровно в 12. Как же долго я до тебя добирался? Эй, амиго, как тебе в провинции? Местные не обижают? При случае, зайди в оружейный магазин МакГарманда. Там для тебя небольшой презент. Фух. Блин. Обнаружение одно. Понятно. Продолжаем. Вооружение, магазин, кстати, тоже прикольная вещь будет. Вот только там, если не ошибаюсь, надо на скорость сколько-то там завалить мишеней. Сэр, посмотрите на это. Сэр, вам правда надо это увидеть? Что? Это подарок от осведомителя. Он уже много лет назад сошел со сцены. Позывной «Птаха». Мы дали ему позывной «Птаха»? Да. И сейф мой у вас? Чемоданчик мой. 47-й. Будь я проклят. Дайте этой птахе все, что он захочет. Найдите 47-го любой ценой. Найду. Найдут. How are you, Saint Schmitzman? Хрен пойми, что там. Подарок птахи. Партия 2. Вот они. Это не продается. Они мои. А документы у тебя есть? Я могу просто их забрать. Ты не похож на вора. Не похож, я... Это не будет воровством. Я не вор. Далеко не вор. Знаешь что? Я их продам, если победишь девчонку. Справишься с девчонкой? Смотря с какой. Моя личка кому угодно фору даст. Даже тебе. Так. И вот он, геморрой опять начинается. Смените, ага, сейчас сменю я. Зазнался, что ли? Даже здороваться не надо. Ну-ка, ты чем можешь помочь? Не нужно бегать, место. Ладненько.
Супермен спешит на помощь! Ладно, повеселились и хватит. Прекратите это и убирайтесь. Так, смотрим, что у нас есть. Победи девочку, значит, говоришь. Эй, чего ты разбегался? Мне нужны. Здравствуйте, сэр. Боеприпасы. Отвали. Приветствую. Что случилось? Да ничего. Почему обязательно что-то должно случиться? Да, я вроде помню. Так, у меня что главная задача? Таха. Заберите. Он забрал мои сильвербой. С тобой, по-моему, да, здесь надо сразиться. Эй, привет, ковбой. Говорят, ты хотел пострелять? Можешь взять любой ствол на твой вкус, вон оттуда. Когда выберешь, приходи обратно сюда, и мы погрохочем. Девочка, давай сейчас погрохочем. Для соревнования не жалко. Стреляй на здоровье. Сраные карлики. Не те, кем они тебе кажутся. Кажется, на меня. Так, ну я-то готов. Давай. Я знала, что ты сможешь, ковбой. Откуда этот парень взялся? Где ты научился стрелять, как ковбой? Продолжай в таком духе, ты побьешь мой рекорд. А у тебя
тебя есть задатки. Может, попробуешь еще раз с другим оружием? Да, хрен так. Да что он вообще делает? Чего он носится? Такие пушки надо показывать на алтаре. 400 с лишним, у меня всего лишь до них хрена. Убил своего первого кролика из такого ствола. Красавчик! Ну, он выглядит... Возьми! Ну что в этой гребаной... Я, блин, сейчас возьму и все сделаю! Сделаю его с ученка электрического! В смысле, починю, гада! Эта хрень у меня заработает, никуда не денется! О, этот парень очень торопится. Как дела? Дьявол это! Что ты идешь? Господи! Как пытаться обласнить твою жену, деревянно! Ненавижу! Он что, на пожар спешит? Блин, ну куда тут? Так. Ну-ка, давай-ка вниз. А здесь я не могу вниз, понятненько. Давай, давай, давай. Куда мы идем? Зачем мы идем? А, во. А вот и карта нам пригодилась. Блокнот, вы получили код. Улика. Так. Ага, куча пушек. А, подождите-ка. Все не так. Это хрень, надо примотать ее к этой. Что за тут? Подожди. Подожди. Как-то так это все должно было произойти. А в две руки я могу набрать? Не могу найти патроны для трубы. Блин. О, отлично. Идеально. Да. Я это сделаю. Ладно.
Ладно, сделаю. Эй, чувак! Боже мой! Эй, ты! Чего ты так топишь? Эй, придурок! Выходи оттуда! Вышел, вышел. Ладно. Все, хватит уже. Ладно, я отымею этот щиток, как вчера свою жену. Хороший сегодня денек, да? Сегодня хороший денек. Давай, 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 потихонечку. Вот так. Блокнот. Улику. Канистру. Хорошо, хорошо, я ушел. Привет, как дела? Красотища! Погляди, как от нее свет отражается. Да, я это сделаю. Иди. Сделай это. Какая ты теперь красотка. Так, я что-то не понял. Почему я не могу его взять? Может, у этого пердуна ключ? Надо было завалить его и посмотреть. Код. От чего код-то у меня? Таха. Так. Он забрал мои сильвер-бойлеры. Канистра. Блин, блинский. Где этот владелец? Тащи свою жопу сюда.
Блин, эту девочку-то хрен победишь. Где-то надо этот код ввести, блокнот какой-то. Нужно больше людей. Давайте, полицейские, работайте, вам за это платят. Сэр, сейчас в городе сложная ситуация. Вам лучше уйти, мы со всем разберемся. Уйти? Куда уйти-то? Я еще никуда не пришел. А, вот почему меня сюда не пускали. Все понятно с вами. Ну все, я вроде как безобидный, вот. Мужик, потеряйся! Начнется замес, я тебя прикрывать не буду. Ой, да не надо. Это я. У нас тут какая-то чертовщина. Я пойду разберусь. Хорошо, я дам знать. 10 минут. Вам лучше уйти отсюда, сэр. Тут такое творится. Идите в безопасное место. Что происходит? Что-то не так? Чего вы все вокруг меня тут трётесь? Поглядите. Вперед. Медленно, но верно. Блин. В жилах не кровь, а куски льда. Сохраним хладнокровие. Не понял, у меня есть ключ. Эй, что происходит? Что-то не так? Да на! У него ничего не осталось! Да, сейчас. Прекратите,
Кто еще? Почему я не могу забрать? Не получилось. Почему он бегает как подстреленный? Ты что, восточные танцы собрался демонстрировать? Слыхал? Старина Лени вернулся. Отсюда. Как было хорошо и тихо без этого. Ага, как я узнаю, сейф. Код от сейфа. Мегафон ему промеж ягодиц. За тобой зомби-то привидение гонится. Так, заткнитесь. На помощь. Давай, я его взял. Привет, как дела? У меня все хорошо, спасибо. А у тебя? Пойдем. Так. Пойдем возьмем код. Улика. Вы получили код. Что за код только? Тут кто-то спать должен. Так, смотрим, где мы здесь можем совершить диверсию. Нас со всех сторон пипец, как видно. Давай. Спускаемся. Стой.
Твою ж мать! Блин! Да. Странный ты. Только не пытайся взять меня за... Слыхал? Старина Лени вернулся. Ах, сука! Как было хорошо и тихо без этого пердуна. Давай, может он сюда пойдет? Вот сюда не пойдет. Вон он идет. Все нормально. Вот сюда тебя. Вы получили код. Открыли сейф. Взяли ключ. Уходим. Так. Спокойно. Ты мне заработаешь, никуда не денешься! Здорово, как же туха? Вот так вот. А чё ты первый раз, когда ключ у меня был, не открыл? Бери их, бери! Вот так вот, так я, короче, настравливал. Все, всем спасибо, всем до свидания. Это уже не кража. Конечно, это не кража. За своим пришел. Ну что ж, да, сложновато было в этом баре, конечно. Ну что ж, всем спасибо. До свидания. Увидимся в следующем видео. Пока.